комментариях пишут, ой, все замечательно, все отлично, все будет нормально, экономика будет расти, все такое. Элементарный пример приведу вас. Недавно совершенно мои братья приехали в Пицунду, решили взять отель, снять на один день. Посмотрели паспорта, увидели, что кассы, и не дали им номера. Сказали, что по регламенту местным не предоставляются проживания в этом отеле. По просьбе самой администрации. А совершенно недавно я, где живу на побережье, хотел спуститься, где я с детства купался на море. И, соответственно, иностранная отдыхающая с России, соответственно, арендовала эту часть у наших местных и не впустили меня. Я с ним полчаса вел этот диалог, в итоге с местными связался, говорят, так-то, обратно сдали в аренду, и там уже на сезон ее права. То есть уже происходит экспансия, чтобы вы понимали, то есть ни к чему хорошему это не приведет. А те люди, да, обеспеченные граждане иностранцы, которые будут покупать апартаменты в Абхазии, вы имеете в виду, что ваши права будут соблюдаться до тех пор, пока есть нынешняя власть. Как только власть поменяется, она непременно поменяется. Будет пересмотр все в национальных интересах Абхазии. То, что вы имеете в виду, задумайтесь об этом.